Привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Аркаша Мазнев. Сидел я, значит, ничего не делал. Сколько времени? Полтретьего. Вообще ничего не делал. Лазил по интернету и вдруг увидел игру The Charnel House Trilogy. Честно, я не знаю, о чем она вообще. Знаю то, что только там что-то связано с поездом. Но вроде должно быть интересно, так как это очень такие веселые и атмосферные игры. Тут даже лампа нарисована. Что ж, тут есть три выбора, как бы трилогия про трех персонажей вроде. Ничего не знаю. Ас, тут видно, тут даже показано три вещи всего. Это как его... Что-то Гаттард, я не помню, что там. Собака, песик и лампа такая большая. Ну что ж, начнем с Inhale или Exhale. Тут просто закладка лежит. Давайте с Inhale. Уже музыка даже навевает такие. Какие-то хорошие снова. Что там? Новости какие-то. Just what we need, some good old-fashioned New York rain. So close your windows, lock your doors, wrap up warm and settle in for another evening with me, Kenna Martin, exclusively here on BC 304 FM. I'll be taking you all through the night and right up to the graveyard shift, because who ever heard of employment laws, huh? Девушка, короче, работает на новостях. Here's Forever by Nervous Test Pilot. Видно, я играю за нее, да? Перестал идти снег немного. Фак. Не успеваю читать. Окей, я потом перейду. Так, ясно. Что ж. Sure, yeah. Да, I'll конечно. That'd be suitably pathetic. Да, конечно, я пойду. Как там? Sure, yeah. Пойду. That'd be suitably pathetic. Конечно, я пойду спать где-то в 7, что там по ивенингу. Так. I don't really want to wear a coat indoors. Я честно не хочу надевать пальто внутри. There's something in amongst the fronds. I should get it free sometime. Что-то странное там, я должна взять свободное время. Sure, I could use a shower. Конечно, я могу воспользоваться душем. 10 минут спустя. В одной и той же одежде, да? Хорошо, так. Playing a game would be perfect about now. If only I could concentrate. Поиграть в игру я, конечно, могу, это отличная идея, но я думаю, вряд ли смогу сконцентрироваться. I'd prefer to leave it on. I like the ambiance. Я думаю, то, что лучше оставить на потом. Там видно на автоответчике что-то. Давайте ответим. Don't feel like calling anyone, but I suppose I should listen to the messages. Никто вроде мне не звонил, но я должна подслушивать. New у вас есть два новых сообщения. Первое сообщение. Первое сообщение было получено. Поздравление, вы выиграли два билета. Крейн Викотен музей, последний сквозь катакомбы Агурпик. Это единственный шанс впервые. Билеты в английский музей. Это Нью-Йорк. Я не заинтересована. Второе сообщение. Привет, Алекс. Ты мне всегда сказал что-то. Что-то случилось там. Я думаю, то, что твой отец что-то там сделает. Что там? Позвони мне, когда будешь. Please don't hate me. I was walking through Washington Square Park the other day when I saw screw it. I'll call her in the morning, right? Right. Так, окей, там что там, мам? Talking to myself. My therapist says it's my desire for an audience, for company.
I say it's because I constantly feel like I'm being watched. Ага, так, значит, мама ей позвонила, но сказала то, что она не позвонит ей, хотя потом она передумала, и потом она сказала то, что она разговаривает с самим собой, и то, что у нее есть терапевт, и то, что она разговаривает с собой, это значит то, что ей не хватает компании. В общем-то, вроде все. Так что... If I was drinking coffee or felt like reading, then maybe. Если... But I don't, so no. Если бы я читала или что-то еще делала, я бы выпила кофе, а так, нет, спасибо. I'm pretty hungry, but I'll grab dinner in a bit. Got things to do first. Я довольно голодна. Что ж, пошли, поедим. Хотя нет. There's something behind the radiator. Maybe I can reach it. Что-то позади этого батареи, может быть, я смогу это достать. Ah, got it. A parcel I hadn't opened yet. Что-то я. DVD of Strangers on a Train. I bought this for Gavin. Ugh. Back behind the radiator it goes. Так, окей. Она нашла какой-то диск с кассетой про незнакомцев в этом. Поезде, который он купил для какого-то Гэвина. Не знаю, кто это вообще такой. Видно, ее парень бывший. И она отправила это обратно за батарею. Системный блок. Собачка. Так, я обычно ставил его на... Куда-то я там она его ставила. Но она думает, что здесь он лучше будет. Он ей нравится, и она назвала его Сэм. I've already read it twice, because that's how exciting my life is. Я прочитал это уже дважды. Вот насколько моя жизнь интересна. There's something stuck up by the light bulb. I might be able to fish it out. Что-то застряло с лампой. И, возможно, я могу это достать. Ah, got it. A parcel I hadn't opened yet. Let's Снова? See. Что? A 10-foot extendable ladder with stand and carry case. I'll just put it back. Что-то нам нашла, но она положила это обратно. Power on. Good idea. Включаю электричество. Хорошая идея. 5 минут спустя. Офига себе. Воу. Nope, not changing it. Let me have this one childish act of rebellion. Нет, не будем это изменять. Что там такое? Mozilla. I'm not changing it. I kinda like bitter reminders. Я не буду это изменять, я не из тех людей, которые что-то изменяют там. I'm sure it's here for a reason. Я уверен, что здесь это по какой-то причине. Ладно. Right. Let's do this. Правильно, давайте сделаем это. Oh, look. Drama, as my favorite reviewer gives a game a low score. О, whatever. Смотрите. I've always loved his writing. Very personable. Makes me feel like I know the guy. Oh, well, no time for that now. Gotta track my package. It has to be here today. Of course, I had to change all my regular passwords. Gavin knew them. God damn it, what did I use here? I think I wrote it down somewhere... When I was drunk. Oh, yeah. Ага, так, ребят, короче, какой-то критик поставил игре какую-то низкую оценку, но она все равно любит, как он пишет, вроде. А потом она зашла еще в какой-то социальный сайт, и ей нужно было поменять пароль, так как пароль знает Гэвин. И там что-то было связано с тем, что она напилась, и она сказала, о, да. Значит, надо делать. Ah, here it is, I think. О, вот это здесь. А, то есть пароль, да? Ням. Ладно. Вернемся. The snow might have stopped, but it's still utterly freezing.
I'll pass, thanks. Снег уже прошел, но на улице до сих пор достаточно-таки холодно, так что я пас. Спасибо. I'm pretty hungry, but I'll grab dinner in a bit. Got things to do. Ясно. Идем. Well, shit. It's locked. Окей, закрыто. I don't recall locking it. In fact, I don't recall it ever having a key. Я не закрывал это вообще, как по факту. Я вообще... I'm pretty hungry. Я вообще не должна была его закрывать, так как у меня не было ключа вроде. I don't... I've got no desire to go out. Совершенно не хочу выходить на улицу. Секунду, а что я могу сделать сейчас? The writer walks the shores where love inscribed its final kiss. Time to read, Alex. The writer walks the shores where love inscribed its final kiss. Time to read, Alex. Что-то связанное, что писатель шел где-то там к финальному поцелую. Это время прочитать это, Алекс. Хрен, значит. В общем, как обычно, мой любимый корявый перевод. Точнее, ваш любимый. Так, вообще не нагоняю, что надо делать. Probably do an upgrade. They say PC gaming is an expensive hobby. It's not, unless you're broke, which I am. Probably unless. Не догоняй, что делать. На мониторе ничего нельзя сделать. Окей, предположим. Ладно, куда это? Так, ладно. Предположить не могу, что надо делать. Ага. Let's do this then. Давайте сделаем это. Ингалятор. Давайте не отвлекаться на такие вещи, как астма. I haven't thought about this book in years. I doubt it's the one. Я не думал об этой книге вообще. I'm saving it for a special occasion. Я сохраню ее для специального случая. I can't face the shame of seeing the due date. Не нравится. I haven't read it, it's probably not this one. Если не нравится. By applying the principles of objectivism to this, I can discern it isn't the book I'm after. I'd love to sit down and read this, but nah. Я бы хотел почитать эту книгу, сесть почитать, но не. As shown in Horowitz's 2003 essay, This is the Wrong Book. This is the wrong book. Как бы говорил в 2007, что это худшая книга или плохая книга, это плохая книга. It could be this one. I should double check the title. Это должна быть та. It could be this one. Louis Cassell's The Charnel House Burial. My prized first edition copy. The one memento from Gavin I'll never get rid of. Oh, Cassell. You are a strange and troubled man. I wonder whatever happened to you. For your graduation, I hope there will always be room in your spectacular mind for me. You are my island. Love you forever and always, Gavin. Yeah,
Yeah, I get it. Cassell famously became a hermit while writing this book. The island he moved to was called Augur Peak. I remember now. Augur Peak 1318. Mm-hmm. Эту книгу подарил ей Гейвин. На ней написано было то, что твоему блестящему странному уму от Гейвина люблю тебя всегда и надолго. Книга о писателе этой книги, кажется, переехал на какой-то остров. Автогрик или что-то еще. Окей, так. Ну, сядем обратно. I resent having to pay special delivery for train tickets, but I need them today. The next train isn't for 2 weeks. I can't wait that long. Она должна заказать билеты, она не может ждать так долго. What? The site says it was delivered and signed for. I don't recognize that signature, and even I would have remembered signing for it today. Looks like it says Benwood or something? What? Well, great. Fucking perfect. I need those tickets. Maybe it's a mistake. Maybe they'll still come. Maybe the website's fucked. It's too late to call them now. What else can I do but wait? Еще, господи. Now it's storming. This is gonna be fun making my way to the station by midnight. I'm not being sarcastic. What? I just want the tickets to get here. Guess I'd better find a way to spend my evening then. Don't feel like playing a game, so maybe a DVD is in order. Might make a change. Mm-hmm. Looking outside, it seems like the storms hit a little early, New York. Rain, thunder, lightning, the works. Значит так, Так, у нее там радио играет. В общем, дело вот в чем. Она хотела заказать билеты, да, этого автогрика или еще чего-то там, но с билетами что-то случилось не так. И она говорит, что билеты ей нужны сейчас, она не может никак ждать. И то, что, возможно, сайт шизанулся, как бы, и не работает. Потом она сказала то, что можно дойти до станции, и, возможно, какая-то ошибка была. Но вдруг начался шторм, и она говорит, что, возможно, это будет очень весело. Возможно. Yeah, sure. О. Поела? Three pickled onions and a slice of bread. What a fucking fantastic dinner. Alex, do the shopping from time to time, yeah? В общем, очень скудный обед, и она говорит, что ей надо иногда ходить по магазинам. Что ж, хотя... Не-не-не, обратно. Там что-то с DVD было связано. I'm not reaching back there again. Ага. То есть не хочешь, да? Ну, сбери хотя бы. Не открывается. Nah, let's knock it some. Sophia's inhaler. Might as well been this. The mirror by grandma. I remember. Ага, то есть я могу еще дополнительно как бы узнавать что-то разное. There's nothing useful in there. I'm... Ничего. Gavin's old coat. It's been here since... Well, the night he left, I guess. My birthday. Classy guy. I do wish he'd come and pick the damn thing up, though. В общем, это пальто Гевина. Он оставил его здесь с того момента, как он ушел с дня рождения. В общем, она хочет что? I've got no desire to. Sure, yeah, I'll go to bed at 7 in the evening. I think they're just trying to get rid of it. I think I can jimmy it open with something. If I can find something that... I'd prefer to leave it on. Так. The writer walked... Mm-hmm. I'm not calling her or anyone. Не сегодня ночью. Окей. The snow might have stopped. The E key sticks, and there's a cigarette burn on page up, but I can't bring myself to part with it.
А, в общем, у него зажалась кнопка «И» и поднятие вверх сожжено сигаретой. Выруби его. Ясно, так. Честно, вообще не пойму, куда, что мне дальше делать. Я уже все обошел. Ah, got it. Parcel I hadn't opened yet. Let's see. А, что-то она еще раз нашла. Give up smoking. A self-help book by I. Burnett. Kinda wish I hadn't found this now. I'll just put it back where it was. Окей, она нашла книгу, как бросить курить. I've got no desire. There's nothing you... By applying the print, by applying, I'd love, as sh- I can't, А, секунду. Nah. Куда она книгу делала? Nah. Since... Special topics in collect- The only... Death, all the Ankh-wearing wannabe... I'm just... Leaving, I bought... Она просто читает описание книг. Воу. Просто так дали достижение. I think I can jimmy it open with something, if I can find something. Может быть, Fortune won't be any use. The more I think about that, the more it pisses me off. Who takes the fucking forks when they go? Seriously. Окей. Не буду переводить, что она сделала. Возьми Сэма. This idea is so stupid that it might just work. Говорю то, что она возьмет сейчас собачку, чтобы не сы. I think I can jimmy a memento. Gavin won this for me in one of those claw machines. Oh. No idea how he did it. Some kind of wizardry. В общем, он выиграл эту модельку, Гэвин выиграл для нее, и непонятно a как. No. Here goes. Наконец-то. It fits perfectly. Полностью подходит. Shit. The tail's just snapped off. Ага, да ладно. Well, this was отвалилось все. Ideas, wasn't it? Fuck's sake. Молодец. Просто пинай. Oh. I'm not closing it again, after all. Right. Let's see what we have here. Давайте посмотрим. Gavin. It's broken. Фото меня и Гэвина, она сломана. And here are the DVDs. Don't really care what I watch. I'll just stick some crappy horror on. В общем, там фото Гэвина жила и взяла какой-то DVD. Какого-то хоррора. А сейчас стрёмно. Так все темно и... О, господи. Shit. Fell asleep. Да, заснул немного. Phone's ringing. Да, звонит телефон. И это меня немного пугает. Честно, атмосфера в игре довольно-таки интересная. Hello? Алло, Гэвин? О, Роб. Rob, hi. Привет, что случилось? Oh, правда? Really? О, это офигенно. Oh, thanks so much. Спасибо тебе Thank большое. You. Спасибо. Что такое? That was Rob, my neighbor from the apartment down the hall. He has my package. The delivery man signed it and left it with him. He's bringing it over now. I'm just... Shit. I'm doing this. I have to get ready. Shit. Yes. Короче, What now, Rob? Forgotten where I live? Так, это уже странно. Я думаю, вряд ли это Роб. Так вот, Робу доставили посылку, и она не уверена была, а потом сказала, да, я должна это сделать. Hello? This is Alex Davenport speaking. Да, это Алекс. I... спасибо вам. Что за... У меня мурашки. Ингалятор, она не может дышать. Хватит, старушка. О, боже. Да хватит. У меня мурашки по коже идут. Ингалятор, быстрей.
У нее астма. Фу. А, у меня мурашки идут просто от этой игры. Привет. Hey, Alex. Jesus, how bad is this storm? Oh, hey, are you all right? Да, вроде. I'm fine. Thanks. Fine. I just had a bit of bad news. I'll be fine. Sorry, Rob. Oh, God. Gavin again? Nah, nothing to do with him this time. Sorry. It'll be all right. I just need to sort some stuff out. Bad times. You know how it is. Hey, look, thanks for bringing this over. You sure? No, yeah. Seriously, I'll be fine. Thanks, Robert. You only call me Robert when you're not okay, Al. I know you like your own company, but seriously, you know where I am if you need me. Yeah, I do. And honestly, tomorrow you're gonna have me sniveling on your doorstep begging you to listen, but right now I just need... No, it's okay, Al. Take all the time you want. Okay. Wait, I won't be here tomorrow. Sorry, Rob, I'll call you. Please don't worry about me. I don't want to think about anything right now. Days are endless. I need to get ready to leave. There's always tomorrow. I'll call Mom tomorrow, too. Сейчас я объясню. Значит, outside, the city begins to withdraw. A siren sounds in the night, blue light reflecting on brickwork as tireless paramedics rush to the scene of another trauma. On the pavement below, a woman hurries home, casting furtive glances over her shoulder as she pulls her coat tight around herself, the rain beating patterns on the fabric. A car drives past, music disturbing the peace. The woman looks at the man in the car. He turns the music down, calls something out as he passes. I see the woman start to walk faster. She flinches at the thunder. The car drives off. Another set of sirens now. Somewhere in the distance, the city is drowning. This is where we live. This is our world. Ebb and flow, endless, forever. It's the perfect time for loneliness. The perfect time to indulge the selfish, petulant monologues of the dispossessed. But sometimes it's just like this, you know? Sometimes we can't help it. Sometimes we don't want to go out and hang out with your friends. Sometimes we don't want to talk. Sometimes we just want to wallow. You don't know me. You never fucking knew me. Go fuck yourself, you judgmental, self-righteous prick. Kat, I'll see you soon. Так, сорян, вообще не хотел. Looks like the storm didn't reach here. The snow is still falling. It's a clean, crisp night. Just past midnight. The train should be here any moment. Так, ребят, давайте объясню все, что произошло, и на этом мы с вами закончим. Пришел Роб с посылкой, ну это, наверное, вы поняли из контекста. Значит, они с ней поговорили, и он спросил у нее, успокоились, все в порядке? Она говорит, да-да, все с вами в порядке. Все в порядке, Роб, ля-ля-ля, тополя. И она говорит то, что, как бы, он говорит ей снова Гэвин, она говорит то, что нет, с ним все нормально. И если честно, Роберт, что там у них произошло, и она говорит то, что ты называешь меня Робертом, только когда все не очень хорошо. В общем, увидимся завтра. Она говорит, что да, увидимся завтра. Он закрывает дверь, и она забирает посылку. Она говорит, что меня завтра здесь уже не будет, прости меня, Роберт. Потом она говорит, что всегда есть завтра. Завтра я позвоню маме, и все будет нормально. Она идет к окну, она выключает телефон, идет к окну, и начинается рассказ. Идет дождь, и она видит женщину, которая идет и надевает пальто, кажется. В этот момент приезжает машина. Женщина начинает идти быстрее, и из машины звучит плохая музыка. Музыка вдруг стихает, и машина начинает ехать ближе к ней.
Вдалеке слышны сирены. Это как раз-таки то время, когда можно быть в одиночестве в этом городе, что там было такое, я уже не запомнил метафору. И она говорит то, что вы не знаете меня, вы совсем нафиг не знаете меня, так что не надо меня осуждать или еще чего-то. И, в общем, потом я нажал Escape случайно. Ну что ж, ребят, на этом я с вами заканчиваю. Воу! А, она все она собрала все, что смогла. В общем, это все, что у нас есть. И еще наш багаж. И еще Гарольд. Хрен знает, кто такой. Ну, а с вами я прощаюсь на этом моменте. Я пытаюсь найти русификата, так чтобы вы не слушали мои такие короткие пересказы. А вообще, атмосфера у игры просто идеальная. Как раз таки для ночи. Уже мы с вами играем полчаса. С вами был Аркаша Мазнев, и если вы хотите снова увидеть эту самую атмосферу, этих героев, мой комментарий и мой отличный закадровый охренительный перевод корявости, который просто нет предела, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх и смотрите это также со мной вечером, так как это очень для меня важно, чтобы сохранить атмосферу. У меня за окном уже расцветает, так как сейчас через час уже будет рассвет, ровно через час. С вами был Аркаша Мазнев, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Всего вам хорошего, удачи и пока.